Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Это продолжение моей прогулки. Я нахожусь в Санкт-Петербурге. И я сейчас прошла от Эрмитажа. Вот столб стоит. К Исаакиевскому собору. Это Адмиралтейский проспект. Здесь автобусы туристические. Лошадка запряженная в карету. Не в карету, а в экипаж открытый. Немножко спряталась от солнца. А это, по-моему, и прочитала. Гороховская, что ли? Не буду говорить. Может быть, ошиблась. Не знаю, видно или нет, мне плохо видно. Солнце прям в глаза, и ничего почти не видно. Отель. Сейчас с той стороны сниму и, наверное, вернусь обратно. Хорошо, здесь есть переходы. Зебры. По ним пройду. Немножко поснимаю улицы. Какие красивые дома старинные. Карета Золушкина. О, смотрите. Готово. Так, а теперь ручки вверх. Я думаю, что за шум? Лошадка гребет. Копытом стучит. А здесь другая. Сказочные герои. Автобус, наверное, туристический. Там кассы. Ну, я вокруг обойду. Все. Хочу еще в одно место сходить. Скверик напротив, зеленый. Барельефы всякие разные. Не знаю, видно или нет. Thank you.
Ну, зайти, наверное, можно на крыльцо. Зайду, сниму поближе. Такие мощные, очень-очень такой. Колонны такие необъятные. Посмотрите вверху, какой потолок. Ой. Так, сейчас постараюсь еще с той стороны, а то голова закружится, надо опору найти. Так, сейчас вот здесь вот буду держаться, вот так показывать. Сюда проходят на экскурсию. Скажите, пожалуйста, кто здесь живет, это только здесь экскурсии, а может быть здесь и службы проводят, или просто как экскурсии, как музей? Все-таки это же собор, религиозное здание. На этом хочу закончить свое видео. Подписывайтесь на канал, смотрите мои видео. Будьте живы и здоровы. И всемирного неба над головой.